Привет. Да. Друзья, с вами Констоп, и сегодня я покажу вам топ-5 лайфхаков. Да, ну это видео такое типа шуткой, но мы посмотрим. Короче, погнали. Так, что нам понадобится? Так, смотрите. Если у вас есть деньги, и вы хотите, чтобы к вам никто не приставал, просто их выкиньте. Это был первый лайфхак. Следующего лайфхака вам понадобится. Ножницы. Ну, чтобы резать бумагу. Лист бумаги. И что с этим скажете делать? Берете ножницы, бумагу, делаете красивые отрезки, потом берете клей, намазываете на лицо. Берете. Так, сейчас, подождите. У меня еще один. Все, вы тамблер. Да, да, вы тамблер. Все, все, вы тамблер. Ну, еще можно, конечно, третью доклеить сейчас. Все, вы теперь 100% тамблер. Такой, осталось сделать фотографии в Инстаграм. Да, что такое? И следующий лайфхак. Расческа. Но вам надоело то, что ей просто расчесываться. Выход есть. Нам нужен ножницы и скотч. Ну, ножницы нам, чтобы отрезать, и чтобы сделать нам новую такую штучку. Сейчас, подождите, я извиняюсь, сейчас подошли. Все, о чем мы делаем? Мы берем. Берем, да-да-да. Сейчас вот. Вот. Скотч. Блин. Слился. Скотч, да. Я пытаюсь одной рукой, потому что я держу телефон. У меня штатива нету для телефона. Но собираюсь скоро покупать, потому что скоро надо будет. Так. Да, офигенно, отрежьте. Я отрезал, да. Смотрите. Возьмите. Блин. Давайте я отрежу, потом вам покажу. Все, я отрежьте вот такой кусочек. И дальше мы должны взять, наклеить вот так. Потом взять нашу расческу. Смотрите. И примотать этот вот так. Ух ты, скажите, что с ним делать? Вам теперь не надо ходить в парикмахерскую. Вы делаете один щелчок, и она автоматически включается. Вот сейчас покажу. Смотрите. Видите, включилась. Я ничего не делаю, она сама, вот видите. Это она просто дергается и режет. Ну, офигенный лайфхак. Вот так расчесался такой сейчас. Как показать вам бы. Такой, знаете, такой... Ой, отпало. Ну, вы сделайте лучше. Расчесался такой. Смотрите. И потом... Сейчас, подождите. И потом включается... Ой. Это другие ножницы. Но неважно. Да. Погнали, короче. А для следующего лайфхака нам просто нужна какая-то коробочка, люба какая. Смотрите. Что я могу сказать? Смотрите, вот эту штучку нам надо обрезать. Берем ножницы. Я поставлю на паузу. Обрезали. Обрезали вот эту вторую штучку. Сейчас будем обрезать третью. Все, обрезали. Но у меня вот тут такие штучки. Но у вас, наверное, получится лучше. Так, самое главное, что у вас должно быть вот это. Вот, смотрите, это получается мы делаем мусорку. Смотрите, берем, да, смотрите. Сейчас, ой-ой-ой. Ну, нормально. Ну, ладно, заберу. Может, понадобится. Так, сейчас берем. Смотрим, короче, смотрите, видите, мы видим, что там мусор, нам не надо, вот мы сидим вон такие на расслабоне, и мы видим, что тут есть, как бы сказать,
мусор. Нам не надо вот так брать. Короче, берем вот так, смотрите. Берем, идем, да? Вот так идем. Идем, идем такие. И высыпаем. Ой, блин, там пакета мусорного нету, блин. Ну ладно. Ну не важно. Ну, тут немножко остается. Ну, с годиком оно полностью будет. Очень хорошая мусорка. Советую, блин, у меня тут срач. Ну, а это какой четвертый лайфхак, по идее? Ноутбук, и он глючит. Легко исправить такую ситуацию. Берем молоток и... Так, сейчас, подождите, как-то надо ударить его. Не, ну сюда мы не должны быть. Мы должны бить прямо в экран, чтобы дисплей стал Full HD. Потому что у меня разрешение 240 на 400 с чем-то. Давайте. На 4. Давайте. Раз, два, три. А, выпуск. Да. Лайфхаков закончился. Ну, а с вами был Констоп. Ставим лайки. Подписываемся на канал. Если вам по-любому помог, давайте плюс крутой комментарий, будет вообще офигеть. Так, и что я хотел сказать? А, да, экран Full HD получился. Значит, офигенно. Но если вы делали все так, как я, то все, жизнь прекрасна. Ну, а всем пока. Блин, а у меня телефон не Full HD. Иди сюда.